Это называется фиксили. Чтобы зафиксировать эти яйца, необходимо насыпать сахар. Я насыпал 3 столовых ложмана на эту посуду. И посмотрю, получится у меня фиксили или получится размазня всякое. Сейчас остановлю. Так, проверим фиксили на фиксацию. А? Не выпадает. Значит, нормально. Сейчас посмотрим для эксперимента. Вот эти фиксили, они все равно упадут, потому что они без сахара. Попробую сделать такие же, но чтобы не упали. Для этого я и положил сахар. Ну вот, разложил я эту белковую массу фиксили. И теперь поставлю в духовку. Ответственный момент. Посмотрим, как это выйдет. Что у меня из этого получится. Никогда еще и не готовил фиксили, безе фиксили. А пока что готовится, посмотрим новую замечательную игру. Она сейчас будет выходить, новая. Это типа Resident Evil, ну просто как самая первая. Такая классная, когда все эти монстры не бегали как сумасшедшие. Как спортсмены на спринтерской дистанции. Правда, это уже не начало. Это ответственный момент. И этот монстр достаточно шустрый. Однако здорово, не надо скрываться все время. Так же, как в первом Resident Evil есть оружие и пистолет. И много чего. Выйдет она в 2018 году. Называется как, не помню. Но не важно. О! Так, выберем пистолет. Нет, винтовка. Чего это было, непонятно. А что будет дальше? Открывается. Это пока готовится. Пока не подошли. Посмотрим. Не терять же время напрасно. Пойдем с ней вместе. Так, давай, вперед. Двигай. Двигай. Как тебя зовут? Лара Крофт. Что, боишься, да? Подготавливаешься? И что? Плохо соображаешь? Что ты тут выискиваешь? Такой же здесь ящик у нее, такой же. С используемым юз, со смешиванием всяких приспособлений. Да, много лет прошло. Трудно разобраться. Не знаю, играет ли кто-нибудь сейчас в первого Resident Evil. Не знаю, даже первый он был или второй. Но он был такой замечательный когда-то. Так. По-моему, до сих пор даже нет таких спокойных и милых игр. Одновременно загадочных. Так, ну выбирай уже быстрее. Даже не знаю, что тебе подсказать. А фиксили-то ничего так, подходят. Круто выглядят. Переместимся. Ну опять, ну. Давай уже быстрее вылазь. Наша бедная Лара Крофт. У нее подорвано здоровье, совсем ничего нету. Боится. Хочется, но боится. Боится выходить. Я ее понимаю. Куда ты? Куда ты?
Это очень опасно. У тебя ждут неприятности. А если тебя вдруг съедят, что ты потом будешь делать? А если вдруг откусят твою вторую ногу? А если откусят третью? А вот и зомби. Как его зовут? Зомби Вася. Нет, Вася! Нет, не откликается. И звали его, видимо, как-то по-другому. Ну вот, наконец-то. Мы нашли ключ и забираемся. Священную тайну подземного склепа. А пока у нас готовятся фиксили. И приостановлю игру, чтобы взглянуть на них. Не знаю, даже прошло мало времени. Посмотрим, что из них вышло. На вид красивые, да? О, пирожки. Подожду еще, но чуть-чуть. Блестят. Мягкие. Почему-то мягкие.